Ну здорово, я уже просто вот чувствую, когда на крыло поднимается, вот, и ну, нащупал как бы баланс, вот. Уже ощущаю вот это подъем, и когда она вот становится на крыло, и я уже чувствую разницу между скольжением по воде и скольжением на крыле. Слушай, как для человека, который первый раз пробует, за один час ты сделал на моей памяти больше, чем остальные. Я тебе серьезно говорю, за один час, вот, ну, на моей памяти вот так на фойл не выходить.